производительный моноблок со всей необходимой периферией Asus M5401WUK-BA122T. Моноблок поставляется вместе с проводной мышью и клавиатурой, а также предустановленной операционной системой Windows 10, что позволяет начать работу с ним сразу после установки и подключения. Сегодня у нас на обзоре моноблок от компании Asus. Работает он на базе производительного процессора Intel Core i5 с частотой до 4,5 ГГц в режиме Turbo. Графические возможности реализованы на основе интегрированного видеочипа Intel UHD Graphics 620. Также данная модель оснащается 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2400 МГц и твердотельным накопителем объемом 512 гигабайт. Есть встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2 для беспроводного сопряжения совместимой периферией. Оригинальным решением в представленной модели стало то, что ножка моноблока смещена от центра, так что на подставке остается много свободного места для подручных канцелярских принадлежностей. Перейдем к дисплею устройства. Он предлагает разрешение 1920 на 1080 точек при диагонали в 23,8 дюйма. IPS-матрица отлично подойдет для просмотра фильмов и создания контента благодаря яркой и точной цветопередаче. Обратите внимание, что в выступе на верхней рамке дисплея находится камера с HD-разрешением и шторкой приватности. В нижней части разместились решетки динамиков, которые покрыты специальной тканью. Это защищает их от пыли и создает необычный внешний вид. Что касается акустических параметров, штатная акустическая система обладает суммарной мощностью до 4 Вт, чего вполне достаточно для офисных задач. Что касается интерфейсов, все они вынесены с тыльной стороны устройства. Моноблок получил 3 разъема USB, 2 из которых версии 2.0, комбинированный аудиоразъем для наушников и микрофона, разъем для кабеля питания, порт HDMI, а также порт RJ45 для сетевого кабеля. Что в итоге? Данное решение от компании Asus предназначено в первую очередь для мультимедийных задач. Например, такие моноблоки можно смело закупить в офис, ведь они поставляются со всей необходимой периферией. Поиграть на таком устройстве вряд ли получится, но обычно от моноблока этого и не требуется.